Представляем вашему вниманию электрический пищеварочный котел с миксером и ручным опрокидыванием КПМ-60ОМР производства ОАО «Чувашторгтехника». Используя это многофункциональное изделие, вы сможете приготовить бульоны, супы, соусы, каши, муссы, кремы, омлетные массы, легкое тесто, а также просто кипятить воду на предприятиях общественного питания или пищевой промышленности. Облицовка котла КПМ-60ОМР выполнена полностью из нержавеющей стали. Чаша котла из коррозионостойкой стали. Основание котла бетонируется в пол или крепится к нему с помощью анкерных болтов. Чаша котла является цельнотянутой, без швов, что гарантирует абсолютную гигиеничность эксплуатации изделия. Котел оснащен опрокидывающим механизмом с ручным управлением. При сливе готового продукта крышка котла фиксируется в верхнем положении. Предусмотрена возможность регулировки температуры пароводяной рубашки котла в диапазоне от 20 до 100 градусов Цельсия. Объем котла 60 литров. Производятся также 100-литровые и 160-литровые модели. Все котлы серии ОМР оборудованы миксером для перемешивания приготовляемого продукта. Миксер имеет регулируемую скорость вращения и реверс. При желании миксер может быть легко снят, поэтому продукты могут приготовляться как с перемешиванием, так и без него. Принцип работы пищеварочных котлов ОМР основан на обогреве содержимого пароводяной смесью, которая образуется при нагреве воды в рубашке котла. При отсутствии воды в пароводяной рубашке срабатывает автоматическое отключение нагрева. Такой процесс полностью исключает пригорание продуктов, а бульоны даже после очень длительной варки остаются прозрачными. Панель управления котла имеет влагозащищенное исполнение. На ней расположены сигнальные лампы, переключатель мощности, ручка управления скоростью перемешивания, ручка реверса, ручка включения и кнопка аварийной остановки. Котел оснащается заливной воронкой с краном, предохранительным клапаном и клапаном вакуумным. На передней стенке котла имеется манометр для определения давления в водяной рубашке. Конструкции предусматривается стационарное подключение к горячей и холодной воде. Наиболее распространено приготовление в котлах супов, каш и картофельного пюре, роскошного гарнира, если приготовить его правильно и с умом. Очищенный картофель заложить в кипящую подсоленную воду 1,2% и варить при закрытой крышке до готовности на две части воды одну часть картофеля. Затем частично слить отвар, включить перемешивание на пару минут, добавить полагающиеся по рецептуре другие ингредиенты, молоко, масло, включить миксер, картофель в горячем виде размять и взбить до однородной консистенции. Результат – пышное картофельное пюре без единого комочка за 10 минут. В котлах серии ОМР также без особых усилий можно приготовить манную кашу и протертые супы. Соль и сахар кладут в котел до засыпки крупы. На время варки каш следует добавлять часть жира, полагающегося по рецептуре, это значительно улучшает вкус. Засыпав крупу в котел, ее необходимо перемешать миксером. Как только крупа впитает всю жидкость, набухнет, перемешивание прекращают, выравнивают поверхность, уменьшают нагрев. Продолжают варить еще около 30 минут, затем котел выключают. Упревание каши происходит в котле за счет использования его термоостных свойств. Используя миксер котлов ОМР, вы также можете приготовить пюре из цельного картофеля, пюре из ломтиков картофеля, пюрейной массы, творожной массы для запекания, каши, пудинги, тесто для блинчиков, сдобное тесто, возможен замес и растаивание теста непосредственно в котле. Крем-супы, супы с нарезанными кусочками продуктов, компоты, соусы и многое другое. Благодаря регулируемой скорости перемешивания возможно использование котла для перемешивания блюд типа ризотто, а также для смешивания мясного фарша, творога с дополнительными жидкими и твердыми ингредиентами. Присутствует возможность охлаждения приготовляемого продукта путем охлаждения пароводяной рубашки холодной проточной водой. По окончанию работы котел очень легко мыть. Простота конструкции не требует высокой квалификации повара. Панель управления понятна и доступна. Котлы КПМ-60ОМР обеспечат комфортную работу вашему персоналу. Высокое качество сборки котлов, как и всего оборудования марки Абат, делает его безопасным в эксплуатации. Эффективная теплоизоляция оберегает персонал от ожогов. Наружная поверхность изделия не нагревается. Кроме того, котлы позволят вам сэкономить время, человеческие ресурсы и место на кухне.
Продукция производства ОАО «Чувашторгтехника» сертифицирована по внутренним стандартам и прошла ресертификацию по ISO 9001-2008 на европейском уровне. Импортное оборудование аналогичного класса, имеющее цену в несколько раз выше, многим не по карману, а котлы торговой марки «Абат» – доступное и качественное решение для приготовления диетического питания, в том числе и в больницах и столовых детских учреждениях.